будешь удивлен, но именно тебе я хочу подарить данный нож ценой 10 тысяч рублей. Чтобы получить тебе его, надо подписаться на мой канал, поставить лайк и писать чем можно больше комментариев, указав ID ВКонтакте или Телеграм. В случае победы я только так смогу с тобой связаться. Писать комментарии нужно под всеми роликами, где проходит данный розыгрыш, потому что я выберу абсолютно рандомный ролик и именно там подведу итоги. Каждый день я отдаю очень много скинов, поэтому тут все прозрачно и честно. Желаю тебе удачи и погнали смотреть ролик. Всего лишь 191 рубль у меня на балансе, и это только на тот случай, если прямо сейчас я все солью, потому что я зашел на GG Drop. У меня открыта бесплатная серия из 7 ключей, но не полностью, потому что с прошлого ролика я тоже сильно слил. Поэтому прямо сейчас мы вместе с вами будем открывать все эти новогодние кейсы, все эти бесплатные кейсы, и самое главное пробовать, возможно ли из бесплатных кейсов, с тех кейсов, на которые ты вообще не тратил ни одного рубля, поднять и вывести себе нож. Сразу скажу, если ты когда-нибудь захочешь поиграть на этом сайте, есть супер имбаласнейший промокод PRDTR YouTube. Это самый рабочий, самый лучший и самый окупной промокод, который только есть. Да, любая твоя сумма, она перемножается на 11%. И ты автоматически получаешь самый большой бонус пополнения, который только возможен. Ну и конечно знаешь, что пополнять ты можешь как угодно, всегда бонус будет. Также, этот промокод дает тебе не только с мою удачу, не только окупаемость, не только самый большой процент. Ты можешь зайти в барабан бонусов и ввести сюда его. И ты получишь еще на секундочку, вот прямо сейчас, ну вот почему. Вот он мне выдает скидку на кейс тогда, когда она мне не нужна. Клянусь, вот всегда, когда я закидываю 10-20 тысяч рублей, он никогда не оставляет шанса мне и выдает какую-то фигню. Хотя это самое любимое. Все, что есть на GG, из всего этого самое любимое вот это. Скидка на кейс. Но опять же, есть еще одна. Там бесплатный скин падает. Там, помню, как-то нож падал полгода назад. Но не суть. У нас коллекция ржавый. Да, ржавый. Это самый первый бесплатный кейс. И чтобы его открыть, пацаны, ну поверьте мне, достаточно закинуть 50 рублей, пару раз крутануть кейс, и у тебя откроется вот эта штучка. Честно, я тебе признаю, что дороже 500 рублей от этого кейса мне ничего не выпадало. Как правило, это 10-15, 25-30 рублей. Вот прикинь, МП7 городская опасность была. МП7 городская опасность. Я бы сразу бы просто ее забрал бы. Но тем не менее, 16 рублей неплохо. Для первого кейса, поверьте мне, это неплохо. Блин, у нас так мало осталось. Раз, два, три, четыре. Всего лишь 4 кейса. И мы продолжаем с каменного. Я не знаю, каким образом. Я не знаю, как, но я сегодня обязан вывести ножик. Честно, мне уже понадоело. Я поднял с 10 тысяч рублей 40 тысяч рублей. Потом все это дело проиграл. И сейчас кручу бесплатки. Я хочу вывести хоть что-то. За последнюю неделю у меня выводов нету. Тормози! Прозрачный полимер. Вот прикинь, просто бы он выпал. Неплохо. Подождите. 117 рублей со второго кейса. Я забираю свои слова назад. Ни хрена себе. С первого 10. Со второго 100. А с третьего что? Будет 1000. Давай посмотрим. Это у нас бронзовый кейсик. Чем он у нас славится? Тем, что здесь начинаются два ножа. И че... Уф. Там, смотри, анимация такая прокручивается на заднем фоне. Прикольно. И, конечно же, здесь есть перчаточки. Это очень круто. Я не знаю, кому они падали. Я уверен, что кому-то они падают, потому что шансы здесь вроде все через рандомайзер. Но попробуем. Поехали. Блин, охота какую-нибудь красную выветь. Нет, только не яблоко. Аристократический волк? Неплохо. Перистое яблоко? Было бы супер плохо. Ну, в принципе, арктический волк тоже. 21 рубль, что-то это прям совсем слама. Вообще прям не то, что нам нужно. Ну, ничего страшного. Давайте иметь то... иметь то. Отталкиваться от того, что имеем, у нас последние два кейса, и это будет очень тяжело. Если мне хотя бы 1000 рублей не даст баланс сейчас GG, это будет очень тяжело. И при том, что начал-то он нормально, со второго кейса он выдал 100 рублей, это очень хороший дроп. Ну давай не будем ныть, давай откроем серебряный, продолжим его. Перчатки, 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 три ножа. Я всегда смотрю вниз, и мне всегда хочется вот что-то из этого. Прикинь, открываешь бесплатный кейс, тебе падает не ануар. Но оно так и есть, пацаны, что вы понимали, если бы мы открывали всю коллекцию, то на последнем кейсе баланс примерно 6-7 тысяч рублей получается, если ты открываешь. Но сейчас без самых важных двух кейсов, я не знаю, мне кажется, у меня не получится. Но давай пробовать. Давай пробовать. И полетели серебряные. Ну давай. Просто GG. Смотри, сколько пролетает. Не, нуар пролетает. Отбойные черепа. Рентген. Лапки, тормози. Самое главное, что не пульс. Окей. Окей. Со второго кейса мне выдало 120... 116 рублей. Сейчас уже с четвертого мне выдает 127. Сегодня самое...
сайт совершенно не хочет, чтобы я забирал с него бабки. Сегодня сайт совершенно не хочет, чтобы я зарабатывал. Но ничего страшного, кейс золотой открываем на один разок. И это финальный кейс. Да, это финальный кейс, который мы можем открыть, потому что, чтобы открыть следующий кейс, ну да, 18 тысяч рублей открыть кейсы. А это проблема. Окей, ничего страшного. Рыцарь, дух воды, птичьи игры, обезьянье дело, огонь чинтика, золотая спираль, азимов. Скинов уйма. Их просто здесь достаточно. Сейчас самое главное, чтобы мне выпал скин не дешевле, чем 1000 рублей. GG дроп, пожалуйста, сделай это. Фосфор, гидра, рыцарь. Возмездие, я не знаю. 1000. 547, ну это не 1000, но как бы да. Как бы не 1000, как бы слабо, но 1000 в сумме-то у нас есть, но это очень плохо. Ладно, а теперь самое интересное. Давайте попробуем пооткрывать кейсики. Кейсики вот прям на ус... Ой-ой-ой, подожди, адский холод. Я даже не видел этого кейса. 1120, подожди, мы можем? Мы можем. Достаточно маленькое количество скинов, теперь самое главное, чтобы он нас окупил. Потому что мы сейчас открываем якобы на бонусный баланс. И, конечно, плохо и ужасно. И, конечно, сайту невыгодно, чтобы мы открывали именно на бонусный баланс. Ну, чтобы настолько плохо. Блин, ладно, хорошо. Давай дальше. Подарок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, в принципе, скины здесь дофига. И ножи есть, и красная есть. Только бери просто и окупай. Хорошо? 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 Ну, вот это уже как будто бы получше. Только последние два скина подговнило, и нас в итоге все равно нет. Нас окупило. Отлично. Ну, хотя бы окупило. О, заказ подарков Деду Морозу. Вот это я вообще еще ни разу не открывал, потому что он такой достаточно дешевый сегмент, мы к нему не добрались. Но сейчас я, походу, придумал, что мы будем делать апгрейды, потому что по-другому, ребятки, ножик получить не получится. И ты скажешь, привет, ну какой ножик? Ты что, дебил? Ну да, дебил. Хочу ножик. Хочу сейчас маленько до 1000 рублей довести и попробовать через апгрейдик сделать ножик. Думаете, не получится? Ну, если честно, я думаю, получится. Апгрейд? Стоп. Not bad. 567. Not bad. Так, такими темпами мы сейчас диск откроем на пару раз. Возможно, нам выбит какой-нибудь ножик, хорошо. И потом все это зальем. Ой, 300. Ой-ой-ой-ой-ой. Почему в конце так сливает? Он так хорошо окупал. 1000 рублей. Почти. И теперь поехали попробуем в апгрейдик. Зайдем в апгрейд. Выберем баланс. Выберем 2000 рублей. И давай попробуем сделать первую ставочку. Я думаю, что у нас получится. Ну а там как пойдет. Обязательно, ребят, не забывайте участвовать в розыгрыше ножа. Ну и, конечно, PRDTR YouTube — это лучший промокод, который тебя окупит.